зомби – мистический, архетипический персонаж современной массовой культуры. Под зомби понимается оживленный фантастическим образом труп или зомбированный живой человек, полностью потерявший контроль над собой и своим телом или подчиняющийся чьим-то приказам. В переносном смысле слово может означать одержимого человека, который находится под сильным влиянием каких-либо убеждений, увлечения или деструктивного культа. Зомби-моб, английский зомби-уальк, представляет собой массовое шествие, как правило, развлекательного характера, участники которого забронированы под зомби. Самым ранним подобным мероприятием считается рекламный парад зомби, который состоялся в Сакраменто, Калифорния, 19 августа 2001 года. В России самым известным зомби-мобом стало скандальное шествие в 2011 году тюменских школьников, оказавшееся полной неожиданностью для родителей и педагогов. В 2011 году зомби-моб в Москве был разогнан милицией как несанкционированное шествие.